В поселке Шевченко нашли 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили члены поискового отряда «Пламя». Об этом они сообщили пиротехникам Красноармейска. Боеприпасы были старые, но очень опасные. Их отвезли в Краматорск и Александровку, где и уничтожили. Здесь может быть снарядов еще много, которые, в принципе, самую большую опасность представляют, если этот выгон будет обрабатываться. Имеются во всех снарядах взрыватели, потому при неаккуратном обращении, при механическом воздействии они могли сдетонировать.